Этой ночью Муром осветило зарево пожара. В микрорайоне имени фабрики Войкова горел цех по производству матрасов. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 3:06. К счастью, ночью производство не работало и в цехе никого не было. Однако там же хранилась готовая продукция. И из легковоспламеняющихся матрасов огонь быстро распространился по территории в 1200 квадратных метров. Полностью ликвидировать открытое горение спасатели смогли только спустя 1,5 часа с начала пожара. В результате пожара разгорела кровля, готовая продукция этой матрасы и станция для производства на площади 1200 квадратных метров. В результате пожара погибших и пострадавших нет. Предварительная причина пожара – аварийный режим работы электрооборудования. От МЧС России к тушению привлекали 6 единиц техники и 17 человек личного состава.